Сухой паёк нового образца для украинских военных презентовали в Минобороны Украины. Теперь даже на передовой бойцы будут с горячим борщом и супом. Армия отказывается от консерв в жестянках, а современные технологии позволяют беспламенный нагрев и ретор-упаковку. Также из нововведений в рационе будут сухофрукты и шоколад. Больше 20 лет украинские солдаты тихо завидовали натовским коллегам. На совместных учениях скромно ели отечественные сухпайки из жестяных банок. Изменить ситуацию подтолкнули боевые действия на Донбассе. На смену старому сухпайку специалисты вооруженных сил Украины разработали новый, вкуснее и калорийнее. За основу взяли опыт НАТО. Рацион будет состоять из 7 разных блюд. Его адаптировали под украинского потребителя на основе культуры питания украинцев. Это будет борщ, супы, каша гречневая с мясом, перловая, пшеничная, рисовая, тушеный картофель. В традиционном сухпайке украинского бойца – мед, кофе и влажные салфетки. Но некоторые из основных блюд больше 3 дней подряд диетологи употреблять не рекомендуют. На практике же военным часто приходится неделями питаться печеньем с консервами. Ведь не всегда есть возможность подвозить еду на передовую. Разработчики нового армейского питания утверждают, его можно есть несколько декад подряд, без угрозы для здоровья. Суточный сухой паёк предполагает галеты и сухари, готовые к употреблению первые и вторые блюда в ретор-упаковке, перец и соль к ним, кофе, чай, сахар, а также натуральный мед, фруктовый джем и шоколад подсластят жизнь бойца в полевых условиях. На завершение трапезы – жевательная резинка. Звичайно, по калорийности... Конечно, по калорийности мы умышленно уменьшили ее за счет качества. К примеру, была рекомендация заменить из 200 граммов сахара половину нормы 100 граммов леденцами. Я сказал, категорически не подпишу, ведь это портит здоровье бойцов. И так к каждому пункту меню, к каждому блюду. Удобство нового сухпайка – прочная ретор-упаковка, четырехслойная полиэтиленовая, альтернатива консервной банке. Разработчики уверяют, в такой таре питание не испортится. Также она будет служить тарелкой и посудой для разогрева. Вставляется химический пакет. Далее. Кладем блюдо непосредственно таким образом, чтобы химический элемент был внизу, под блюдом. Заливаем 100 грамм воды, после этого пакет закрывается, вот так вот подгибается верхняя кромочка. Смотрим, чтобы пакет химического элемента хорошо промок. После этого ставим его просто вот на такую вот немножко возвышенность, да, если можно так сказать. Все, ждем 10-15 минут. Вот, в ночное время суток химический элемент – это очень удобно. Вот. Тем самым боец, разогревая данное блюдо, он себя не демаскирует. В Минобороны подсчитали, в среднем новый дневной рацион бойца обойдется государству в 6,5 долларов. Для сравнения, у солдата британской армии 20 долларов. Министр обороны уже подписал технические условия. Это финальный шаг перед оптовой закупкой. Обещают, до конца года бойцы на передовой заедят по-новому. Марианна Макада, Тимофей Сорокин, UATV.